И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolf. Все так же на Lost Island. И, как вы видите, крик, да. Все тот же аркер, не профессиональный, который, можно так сказать, заставил меня почитать, на кого, точнее, вызвал интерес все-таки, на кого работает этот долбанный крик. Во-первых, он написал, что работает этот крик на хлопок, хлоп. И если я не ошибаюсь, то и включение света работает на хлоп, хлопок. И я посмотрел, на кого он работает. Лампадок, Дилофазавр, Диморфодон, Додо, Инфорсер, кстати. Кстати, зачем он же не агрессивный, по идее? Яснокрыл, Лучехвост, Геанодон. Это, пожалуй, единственные нужные из списка пока что. Ихтиорнис, вот прям вообще огонь. Тушканчик, Жукувшинчик. Поляха-муха меня там закрывает. Да. Куфринчик. Здорово. Пиявка, тоже неплохо на болоте бегать. Мегалания. Ого. Меганерва. Ногрин. Ногрин, кстати, неплохо. Оникс. Пигмастакс. Тоже неплохо. Светорог. 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 Звучит как светерок. И Титан Муравей, Традун. Ну, пожалуй, вот эти пиздюки, которые у тебя лут тырят, неплохо. Пиявки. Традун. Геанодон, когда их много набирается. То есть, как бы, вот на этих существ это дело работает. И, кстати, да, если вот так зажать, нажать крик, сверху написано «Выхлопайте в ладоши!» Там так и написано «Выхлопайте в ладоши!» То есть, это эмоция «Выхлопайте в ладоши!» Ай, ну ладно, короче. В общем, установил я вот стенки. Я не помню, то ли стены работают, то ли потолок. Но судя по тому, что парникового эффекта мы не добились, значит работает потолок. Да уж. Вот и теперь мне интересно, а сработает потолок парниковый, Green Glass, как там он, короче, вы поняли. Сработает ли он, если сверху на него еще вот такой потолок есть? Да, будем проверять тогда, когда у меня появится ресурсов. Ресурсов у меня нету, потому что цементная паста очень плохо. Ну как, я ее могу состряпать, но в ступках создавать, в общем, такая себе идея. Поэтому надо будет... Что мне надо будет? Надо будет... сделать химический стол. Кстати, да, чтобы луч залутал. И да, фиолетовый луч порой лучше даже, чем красный. Намного лучше, чем красный. Мне нужно будет залутать ресурсы, чтобы наконец-то поставить дробилку и химический стол. Это очень сильно мне нужно. Но сейчас мы идем за мейвингами. Почему за мейвингами? Ну, мы же хотим выводить их. И они нужны будут как никогда. Тем более, это последняя карта в нашем списке, где мейвинги в целом существуют. Они существуют Genesis 2, Lost Island и Фьорды. Все, больше мейвингов мы ни на одной карте не встретим. Это тоже стоит учитывать, поэтому, в общем, на каждой карте, где есть мейвинг, мы томим мейвингов. Да, получается, что так. Ну, они удобные. В следующий раз будем строить уже няню. Няня, это работает примерно плюс-минус то же самое, бог с ним. Радиус только больше. Так, стрелы, гарпун, сеть, все это у нас есть. Остается только что, правильно, взять баранинку. Забыл, что для него нужно для томления. Включил свой видос, посмотрел, что для него нужно. Для него нужна баранинка. Да, как бы немножко непонятно, необычно, но баранина так баранина. Почему бы и нет? Где у нас находятся мейвинги? Мейвинги находятся вот примерно в том районе. Находятся они там, где я еще не бегал. Это клево, это здорово. По идее, у них нужно, то есть для разведения нужно только кормежку,
качать им. Это все, что им нужно. Это означает, что, по сути, ничего как такового и не нужно. То есть на характеристики вообще без разницы какие. Почему? Потому что скорость характеристики ни на что никогда не влияет. Понятное дело, да. Я тупил, когда томил Рексов и смотрел на ихнюю скорость. Но, по сути, разницы никакой нету. Разница будет только при выведенном Рексе. Вот когда у выведенного Рекса будет 36 скорость и 37 скорость, вы это сильно ощутите разницу. Ты че, бешеный, что ли? О, братан. Чувак! Спасай меня! Правильно. Ибо нефиг выпендриваться на моей территории. Это теперь моя территория. Правильно, Фенрирка. Это моя территория. Так, куда мы бежим? А мы никуда не бежим. Мы летим. Почему? Потому что нафигу не видел бежать так далеко. Даже на летунчике. Так, что у нас тебе можно качать? Нет, давай здоровье. Здоровье пригодится. О, заканчиваются у меня ускорялки, а это означает что? Правильно, надо строить срочно пивасню. А, пивасня очень сильно пригодится. А, у меня на территории поставлено немножечко, ну, вокруг базы, немножечко осветителей. И теперь ночью там также светло, как и днем. Да, конечно, не так светло. И это, кстати, еще не дефолтная гамма. Дефолтная гамма это во! Очень ярко. Да, с освещением здесь, конечно, все посерено. Но что поделаешь? Стегозавра, ну, допустим. Насколько я знаю, стегозавры нужны на ПВП. ПВП, стега, это прям огонь, супер. И вау, вообще, особенно хорошее седло для стега. Так, о, куча мэвингов. Куча мэвингов, это хорошо. Я собираюсь томить очень много мэвингов. Для чего? Для яиц, естественно. Одного мы томим, хорошего басявого, именно для... А для чего? А, для разведения. Все остальные будут стоять для яек. Да. Чем больше мэвингов, тем больше яек будет. А где ты у меня? А вот ты у меня где. Они гермафродиты. То есть они имеют, умеют размножаться с обоими полами. Им без разницы, что, как, где. В смысле, я не в тебя не попал. Так. Ага. А вы поняли, да, что я уже забыл взять с собой? Да, естественно, я забыл взять с собой зеленый бутылечек. Так. Ну, 3 сырые баранины, 2 сырые баранины, здесь нужно 5 сырая баранина. Это долго. Это долго. Поэтому сейчас сгоняем до базы. Вот только сначала сделаем вот так вот. Чтобы далеко не убежали. Левел, как я уже сказал, разницы никакой не имеет. Поэтому можно томить любого. Так, идем домой. Создаем нужное количество батарей. А точнее, то, что можно вообще в целом создать. Потому что наркотика нету. Я могу еще один создать. Я ж поставил на крафтах. Отлично. 6, то, что нужно. И доделываем. Ой. Пяу. 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 И летим обратно. Так, где наши чуваки? Сеть, понятное дело, спала. Отлично. За мной. Так, это камешек. Где еще один валяется? О! Здорово! Слушай, а что, можно было тебя не кормить, что ли? Серьезно? Там меня не было, то сколько времени? А, неплохо. Можно так сказать, для них вообще бутылины не нужны. Кстати, морлотопсов я томил только на этом... Карбонемис. Ну хотя зачем она мне? Только на скерч. Ну, потому что там в этом был смысл. Ха! Прикол. Не, ну нифига себе. Не, это реально неожиданно, что они так легко томятся. Ну ладно, чуть-чуть подождем, чем мы бутыль тратить. Хм,
Прикольно. То есть у него 50 еды только тратилось, и он уже начинал жрать мяско. Это очень даже неплохо. Мне это очень сильно нравится. Лети домой. Отличненько. А теперь, соответственно, уже пофигу, что где как. Нам главное — дистанция. Притомим их чуть-чуть, немножечко совсем. А мы близко. Добрый вечер. Да, ох уж эти перезарядочки. Так, делаем вот так. Да пофигу, так быстрее. Отлично. Перезарядка. По идее, слушай, а нафига я накидываю сеть, если в ты и так ваншотный? Даже 145-й был ваншотный. С таким-то арбалетом. О-о-о. Я только сейчас об этом задумался. Домой. А, ты в сети, поэтому ты домой не можешь вернуться. Ха-ха, прикол. Вот это не знал. Подобрать детеныша, требует слов, включить кормление. О, а кормление и без детеныша можно. О, без седла. Прикольно. Ладно. Раз уж у нас дофигаще времени остается, то почему бы не посмотреть карту? Тем более, что у нас есть и вулканы, и луга. Пустынку мы вроде бы посещали. Так что есть смысл потусить немножечко по карте. Хоп-хоп-хоп. Ой, а чё так Мэйвинг далеко? А вон же они бегают. Только от кого ты там бежишь? О, лазаврик. Эй, ты что так далеко побежал? Ладно. Оп, оп. И... Отлично. Пам-пам-пам. Ой, сырая баранинка. Еще надо. Жлобешник. Сразу надо кидать побольше. Жмот. Для яиц вообще без разницы, какой левел, как я уже и говорил. Так. Отлично. Замок. В какой-то веке не дом, а замок. Ты посмотрите-ка, какой я. Я нынче лорд. Я только... Я только сейчас эту тупость подумал. Об этой тупости подумал. Да. Так. И домой. Тик-тик-тик. В общем, популяция мейвингов в этой области уменьшилась, зато в другой увеличилась. Па-ля-па-ля-пам. Пам. Отлично. Дома у меня будет намного безопаснее, чем вот на вот этих лугах, полях, где всякие непонятные бегают. Даже, естественно. А по-другому и быть не может. Все, отлично. Мейвингов мы налутали, дай боже. В целом, мне что вообще из ресурсов нужно? Мне из ресурсов нужно медь. Ой, ужас. Мне из ресурсов нужно нефть. Мне из ресурсов нужен... жемчуг, либо электроника в ее уже готовом виде. И вот за этим я предлагаю вам сгонять. Точнее, вам со мной сгонять. Сейчас я загружу карту. Ага, ну фигня полная. Ой-ой-ой. Что за прогрузы стали непонятные? Мне это очень сильно не нравится. Ладно.
Ну, для начала давай сгоняем сюда. По идее, здесь должен быть обсидиан. Ну, что тоже неплохо. Также вот это нефтяное пятно явно намекает, что здесь может быть нефть. Но это не точно. Поэтому что? Правильно, загружаем карту ресурсов. Ну, в целом, да, я был очень сильно прав. И в этой области прям дофигища. Вот, прям очень-очень много всяких спотов по добыче нефти. И у меня вопрос, а всякие вот эти вот камешки, это случаем не нефть? Ну, мало ли. Так. Вязворащаем нужные нам инструменты. Это все камень. Просто прежде чем вызывать анкилку, нужно опробовать. Что, как, да где. Мегалания. Ну-ка, погоди-ка. Ну-ка, давай. Иди на меня, я. Круто! Она реально работает! На мегаланию работает! А она огромная собака! Нифига себе, прикинь, на огромную ящерицу сработала! Кайф! О, Вася! Вася, Вася, иди в жопу! Дурной! Почему на мегаланию это здорово? Они... Это огромные ящерицы, если что. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что так подлагиваешь? Тебе 5 FPS! Ты охренел? Игра! Ты что так-то не борзи? Это огромная чертова ящерица, которая в пещерах очень часто встречается. И как бы... О! Опа! Отвлекли. Магмозавр! Ты смотри-ка. Интересно, а гнезда здесь они есть? Не, мне они как бы нафиг не нужны, мне они не сильно-то и нравятся, если честно. Вот прям, блин, ну не знаю. Маглозавры, они для определенных каких-то целей. Я таких целей не придерживаюсь, поэтому мне они зачем нужны. Вот, ну интересно. По идее, должны быть где-то у них и гнезда. Металл. Хм. Металл. И много металл. Металл. Да будем. Текс. Добыли. Погнали дальше. Очень удобно, когда у тебя летун летает, прям летает и летает. Прям очень удобно. И очень удобно, когда ты можешь вот так вот хоп и вызвать к себе Диноса, а потом отправить его на базу, и он там тихо, мирно и спокойно тусует. Угу, фига себе. Но это они у меня еще только спавнятся. Я здесь не летал, они вот этой кучкой начинают расходиться. Как я понимаю, при загрузке карты кто-то уже начинает спавниться, а кто-то потом спавнится. Ну, интересный остров. Вот. А, кстати, это тот остров, который на карте отображается. Вот как это... Ошметочек. Ой. Отключил карту, называется. Ну, блин, не, ну там еще и неудобно его лутать, и все в таком духе. О, пещерка. Прикольно. Я пещерки не посещаю, потому что там, возможно, пещеры ресурсов будут, поэтому... Ой, ресурсов, артефактов. Поэтому, ну, как бы, смысл мне посещать сейчас, если я потом еще там буду тусить. Это, кстати, травоядный остров. Это не это... Не остров хищник, хотя нет, не сильно травоядный остров. Здесь тоже есть хищники. Ну, не так уж и много хищников, но место под застройку... то есть это не так, что вот прям у тебя огромная площадка, и ты застраиваешься здесь. Нет, у тебя здесь разноуровневая... Да, для... возможно, для PvE это нормально, но для PvP опять-таки же тоже не сильно очень так. Хотя для PvP тоже вполне нормально. Если у тебя огромнейший трайв там из 30 человек, то, конечно, в этом есть смысл такое дело посетить. Так, ладно, летать это хорошо, но давай сгоняем все-таки по ресурсам. Где у меня ресурсы? Допустим, 35 на 70. Ой, ты что зависло?
Нажал на менюшку, переключился, короче, на другое окно, у меня экран зависло. Бывает, прям именно зависло. Давай смотреть по координатам. Надеюсь, окна переключения языка не было видно. Так, 35, 25 на 70. Это у нас не туда, это у нас вот туда. 35 на 70, примерно так вот и летим. А что там такое фиолетовое? О, виверный, добрый вечер. Классика. Давно уже не видел настолько погруженные в землю. Ай, клево. Средняя грядка, а там, кстати, что? А, металлические прикрытия. О, даже не жалко. Такое можно под землю провалиться. Вообще прям не жалко будет. Так, 35 на 70. Это вот туда. Туды? Я штука что оттуда. А, не, не оттуда. Я почти оттуда. Вау. Подожди. А, это просто кристаллы. Эй, Виверна, добрый вечер. Клево. Так, 35 на 70. Это вот. Где-то вот там, куда я смотрю. Не, вот там. Нет, вот там. Нет, вообще вот здесь. Но где здесь нефть? Экс. Не здесь нефть, а вот здесь нефть. Вот просто мне интересно, ее можно как-то различить, как-то от камней и так далее. 35-25, допустим, на 70-67. Ну, то есть я здесь, и там очень... Нет, это пузырики. О, добрый вечер, вот, наверное, нефть. Угу. Отлично, отличить ее можно, но очень сложно. И ее очень мало. Ну, такое себе. Экс. Эй! Хотите сказать, это не нефть? А вот, нефть, все нормас. Это камень. Да ты серьезно? И как? О! Отлично. Забираемся на нее и лутаем. Так, отлично. Хотя бы хоть какая-то информация по сбору есть. Так, это там Арагентавису. Отлично. Так, это тоже не канает. Ага. О, видали, он вообще ударил вот сюда куда-то. Интересно. Интересно. Но с нефтью, походу, делаю все очень не очень. Да, я могу поставить нефтекачки. Но в чем будет проблема? А, проблема в том, что они находятся в пустыне. Их нужно прогружать. И вот в этом-то как раз и заключается проблема. А, то, что они могут и ничего не добывать. Кстати, вот теперь я нормально вижу. Это дерево. О, отлично. Угадай место, куда нужно ударить, чтобы добыть нефть. Блин. Если б ты добыл нефть в первый раз, то считай, ты счастливчик. Да ёб твою ж за ногу. Так, погоди-ка. А если я буду добывать, допустим... 146? Я понял. Я киркой добываю столько же, сколько анкилка. И вопрос, а не Диди Круз ли случаем добывает нефть? А по идее, Диди Круз добывает камень. Но пофигу, я киркой добываю столько же. И меньше заморочек по попытке попасть по камню.
Ну, то есть прям вообще просто непонятная фигня. А почему я думал, что анкилка? О, обсидианчик, точно. Я же говорю, обсидиан должен быть. У меня он есть, по сути, но пускай будет. Ну, по идее, полимер создавать не нужно, но мало ли, вдруг пригодится. Для чего-нибудь. Я не знаю для чего, но пускай будет. Так, и мне, по идее, нужен жемчуг. Жемчуг. Карточка. Отключаем ойл. Жемчуг находится в воде 28.75. Не, ну нормально, как обсидианы. Я что, должен мимо, что ли, пройти этого всего? Ха, нифига. Еп. Вообще-то должен, но не обязан, как говорится, да? Не судьба. Отлично. Ну и опять киркой я добываю больше. Смешно. Ой-ой-ой. Не, может, у меня игра баганулась, и анкилка попасть не может. Но по металлу он попадал нормас. И по дереву он попадает вообще огонь. Какого? Хрена. На нафиг. На нафиг. А сразу так не мог? Ла. Делать. Конечно, да, смешно. Пофигу. Отлично. Че за звуки? Так, тусуй домой. Непонятные звуки, на котором я пофигу. Хотя я к вершине вулкана бы сгонял. Ладно. 28 на 75. Ой, туда. Ты посмотри, грозный обелиск прям около вулкана, буквально около жерла вулкана. Это эпично. Воистину красный обелиск. Жутенько. Ну-ка, а там. Уи. Да, 28 на 75. И главное не забыть, куда я вообще изначально летел. Как лабешка полыхает. Клёво. А, подожди, мне туда надо. Эх, точно туда надо. А там чё? Фигня всякая. О, кристаллы. Ну ладно, они у меня уже есть. Вот туда куда-то нужно. Судя по карте, 28. Вот лошара. Я был там. Мне нужно было сюда. А, я кругаля сделал не в ту сторону. Пофигу. 28.75. Это вот примерно сюда. Почти угадал. Туда. Не туда. Нет, сюда. Вот где-то здесь. Допустим. Допустим. Так. А стрелу могу сделать? А что не хватает? Ой, там много чего не хватает. 28. А я почитаю на этом же месте и тусуюсь. Ладно, отлично. Ну-ка, яркость. Бяу! Ах ты собака. Ну, в смысле, крокодил. Так. Не стоит забывать о кислороде. 28, да, это вот под птерчиком у меня там было. 28.13 на 77.23.
Где-то в ту сторону. Пещера? Серьезно. Я нашел. Слышь, какая сволочь кусала. Ой-ой-ой-ой, не надо лагать, пожалуйста. Спасибо. Ты чё, тварь? Ты мою птичку тронул, козёл. Ладно, пробуем нырнуть. Ох, кислород-то как заканчивается. Говорили мне, качай кислород. Конечно, не говорили, блин. Но жемчуг на того стоит. Да. Отлично. Я на F нажал. Так, погоди. Сделаем читер. Я и забыл, что я вообще за вами сюда... Это, улетал того. Так, а где моя анкила вообще тусуется? А, ты здесь тусовалась, отлично. В этой толпе даже видно не было. Так. Чит использован. Кстати, вот, видали, как у меня территория освещается? А, красота. Просто красота. На, давайте я сразу домик покажу, как он у меня. Домик там. Хоп! Это еще светильник стоит на крыше. Я сначала поставил здесь, потом установил еще на крыше. Такой, да ёб твою ж за ногу, а там светло, как не знаю что. Дэйм. А теперь Last Remove Location. И лутать на E, а не на F. Ой, просто в этом. В Архейдже всякие действия на E. Ой, на F. И я по рефлексу жму на F лошара. Ну, жемчуг, это хорошо. Пускай немного, пускай чуть-чуть, но хорошо. Но все еще мало. Поэтому что? Правильно, нужно устраивать охоту за электроникой. В каком плане? Да, берешь и охотишься на тег Диносов. Не больше, не меньше. Давай. Успел? Отлично. Фух, вот такие вот, народ, дела. Ну а я что? А я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Фух, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. А нет, стоп, подожди. Рано. Я забыл проверить кое-какую фигню. Если внимательно почитать, то тут написано Bulk Storage Автосортер. Да. В общем, сейчас его создадим. Кстати, именно за этого, из-за него я полетел за электроникой в первую очередь. Не химический стол, не дробилка. Не, вот из-за него я полетел в первую очередь. Электроника почти есть, цементная паста делается. Ай, тупость. Так. Ну, допустим, ставим здесь, насрать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Допустим, 8 электроники. Он сейчас автоматически открывается, что ли? О, нефтяки у меня, что ли, нету. Вы, короче, поняли, да? О, он еще автоматически открывается, когда ты к нему подходишь. Хе-хе, прикольно. Да, ну, в общем, вы поняли, в чем моя основная тупость. Основная тупость моя заключается в том, что я не умею читать и проверять абсолютно все предметы, которые добавляют мод. И еще раз, разработчик красава. Прям красавчик, что создал такой предмет и сразу, как говорится, извиняюсь за свою тупость. Не, вот такие вот дела бывают. О, теперь точно все. Всем удачи, всем пока. Пока. Ай, бывает.